1909 году здесь была так называемая Тамарина роща, дубовая роща. И к 200-летию Полтавской битвы здесь делали 8 аллей, как копия нашего корпусного парка. Тоже 8 лучей. Вот мы находимся в самом центре, где эти лучи сходятся. Ух ты. А вот сейчас, если вы встанете каждый на свой пенечек, поднимите руки вверх и постоите 1-2 минутки, вы зарядитесь энергией космической. Это правда. Поэтому вот предлагаю всем... Дима, ты для чего зашел? Потому что такое место, посмотрите, вот 8 лучей, где сходятся 8 лучей в одной точке, вы нигде не найдете. Саша, иди. Саша, давай. А что, есть не место? Конечно. Да. Вот. Тут же подбиралось просто все. Красота! О! Ура! И заряжаемся. Все заряжаемся. И слушаем соловья, он специально поет. А действительно какие-то ощущения? Легкости. Сейчас будет пальчики покалывать. Угу, уже. А когда детки приходят, я им говорю, потом у вас будет копить батарейка, умножайте, можно бежать. Это только для деток такое или для взрослых? Я никак не знаю. Взрослым этой батарейки не хватает на бежать. Сейчас проверим. Я к тому, что а кто рядом живет, может сюда каждый день приходить и заряжать. А тот, кто рядом живет, эту энергию получает дистанционно. У нас же здоровый образ жизни. Вот и здоровый. Куда здоровее. Прошлись, послушали птичек, подышали кислородом. Зарядились. Загадали, сколько лет осталось. Кукушке сколько 20. Осталось жить? Ну, ей меньше, чем нам. Кукушке а сколько мне жить осталось? Ку! А что, так мало? Надо думать о хорошем. Глубоко вздохнули. Ну и оглянитесь, посмотрите, как красиво, когда 8 аллей. Вот, Михаил, да? Да. А класс. Современный цивилизованный вариант зарядки эмоциональной. А смысл? Это у кого нету, не цивилизованного. Нет.